максимально быстрее решать вопросы наши и на земле, и воплощать наши необходимости в будущие федеральные законы. И чем эффективнее мы с вами будем общаться и будет наша связь, тем результативнее в последующем будет работа. Член Центрального штаба ОНФ, заслуженный артист России Денис Майданов вновь приехал в Звенигород. На этот раз встретиться с представителями учреждений культуры. Главной темой стала организация досуга в городе. Обсудили актуальные проблемы и предложения. Где-то ремонт, где-то реконструкция, где-то добавление новых блоков к музеям. Прозвучал вопрос о том, что уже музыкальная школа переросла саму себя, и детям уже не хватает мест. Жители Звенигорода рассказали, городу не хватает молодежного культурно-досугового центра. Денис Майданов предложил подключить саму молодежь. Уверен, что подросткам важно давать возможность работать. Поэтому создание такого центра может совместить полезное с приятным. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».